Значит, я сегодня делаю видео, дорогие друзья, из парка галереи в Лермонтовской галерее, так, Пятигорска. Вот такая солнечная погода, все казалось бы хорошо, все прекрасно. Народу много, все отдыхают, благоухание цветов здесь, все. И вдруг вот на небо посмотрите, нас правительство, как всегда, благодарит. Смотрите, химтреллы, как были, так и есть. Вот прям по центру парка они сегодня пролетели, видимо, по какому-то указанию с администрации, чтобы специально вот так вот распылить именно там, где скопление народа. И вот думайте сами, смотрите, прям только что прошел, вот только что прошел. Ни стыда, ни совести у администрации, или я не знаю у кого, у правительства там. Вообще кошмар, люди отдыхают, людям радостно. И вдруг на голову сыпятся всякие химтреллы. Отрава, 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 полностью отрава. После этого люди начинают, потом, сколько раз роликов видел, прохождение с этих паскудных самолетов, и они, значит, после этого начинают люди чихать, кашлять. Был такой, было, роликов куча. И это уже всем известно, уже люди об этом знают, уже смеются над этим правительством. Какое оно тупое, глупое, баранное правительство. Вот, они все равно... Несмотря ни на что, делают свое паскудное дело. Вон, видите, кидают, кидают и кидают. Травят народ, травят и травят. Вот так вот. Всего доброго. Не болейте. Если у вас такого в ваших районах нет, это счастье. А в Пятигорск все-таки залетел один паскуд. Сегодня 1 мая, все гуляют, отдыхают, фотографируют цветы. Это вот город Пятигорск. И смотрите, что творится наверху. Вот сейчас только что прошел химтрейл. Самолет, который разбрасывает ядовитую жидкость на наши головы. Вот. И вот туда вот он скрылся. Сейчас это все будет расползаться в широкие такие полосы. Эти полосы потом закрывают солнце. Вот. И оседает на все живое, что есть. Вот, посмотрите. Сейчас они расползутся по всему небу. Вот туда самолет ушел. Если был бы обычный самолет, который рейсовый, этот след бы исчез бы за 5 минут. Вот он не исчезает. Вот сколько я уже здесь нахожусь, он не исчезает. Так что делаем выводы. Откуда у нас вся эта болезнь под названием ковид? Сейчас мы находимся вот на площади цветов, здесь вот в Пятигорске. Вот здесь вот галерея Лермонтовская. Все хорошо, как бы все красиво. И посмотрите на небо. Видно вам? Вот сейчас вот оттуда прошелся химтрейл. Вот он. Вот он прошелся через все небо, потому что много отдыхающих. Мы думали, что сегодня не будет. Не будут они портить небо. Оказывается, вот они. И вот он ушел за тучу. Вот сейчас эта полоса будет, значит, такая широкая. То есть ее ветер раздувает. Она не исчезает. То есть если бы это был обычный самолет, пассажирский, она бы, конечно, исчезла через 5 минут. Вот он оттуда вылетел. Вот даже видно откуда вот. Я еще сегодня подумала, думаю, надо же, химтрейлы сегодня нас не травят. Нет, даже здесь они умудряются вот так вот людей подтравливать. Вот так вот. Но люди ничего не подозревают, вот внизу ходят, гуляют, никто, конечно, небо не смотрит. Все смотрят на цветы. На самом деле цветы очень красивые. Вот. Это по всем городам. По всем городам и по всем странам. Вот такое безобразие творится. Посмотрите еще раз. Вот теперь этот след получается. Он очень низко пролетел, видите? Вот так травят. Это химтрейлы. Вот. Теперь становится след широкий.
И все оседает на наши головы. Были мы в Махачкале. Там также в центре прошелся несколько там штук прошлось. В Анапе были когда тоже. Там над пляжем. У нас даже есть видео, что тоже они прошлись. И вот смотрите, что стало через 10, наверное, или 15 минут прошло. Вот такая полоса осталась. Вот она расходится, видите, по небу. Создает такую точность. Вот. Она уходит туда вверх. Вот оттуда она, смотрите. Вот получается оттуда она идет. Полоса. То есть получается через все небо. Вот так. Так что Пятигорск является курортным городом, и все равно даже здесь, конечно, не думают о нашем здоровье, а думают, как нас быстрее уничтожить.